Привет всем, друзья! Сегодня у нас распаковочка очередной посылки из Китая. Вот такая вот маленькая упаковочка. Ну и давайте посмотрим, что у нас в середине. Такая вот штука у нас в середине. Это, друзья, у нас налобник. Фонарик. Торговой марки Sunray. Фонарик идет у нас с двухгодичной гарантией. Называется у нас фонарик Sunray Yodo 3. Третья генерация фонариков Sunray Yodo. Давайте так вот прочитаем, что тут есть. Видно будет, надеюсь, будет видно. Так, она у нас сбоку. Снизу у нас ничего нету. Тут. Вот тут, друзья, разрезал я ножницами. Вот никогда, друзья, не вскрывайте так посылки. Видите, я вскрывал, разрезал упаковку. Хорошо, что только упаковку. Если бы разрезал сами резинки фонаря, я думаю, было бы намного хуже. Ну что, давайте распаковывать. Вот, кстати, да, его отличительные особенности. Да, там перышко, я смотрю, вот. То есть он очень легкий, он не боится струй воды, он имеет диод КРИ и используется в минусовую температуру, при минус 10. Ну, все это мы будем смотреть дальше. Давайте посмотрим, какой он есть. Вот такая вот, ух ты, пластмасса, друзья, пластмасса. Вот такая вот фирменная пластиковая. Пластиковый подиум такой, да? На нем уложен фонарь. Что у нас тут еще? У нас тут что-то. Ага, чехол. Чехол, ну и сам фонарь. Вот такое. Должно он так вот у нас открывается, все хорошо. Вон там сзади у нас еще что-то пишет. Пишет у нас литиево-полимерная батарея 5 вольт 1 ампер. И 1800 миллиампер емкость батареи. Резиночка у нас такая регулируемая. Здесь у нас порт USB. Фонарик имеет защиту IP5. Такая тут вот заглушечка. Давайте посмотрим, что у нас в мешочке. Угу. Больше ничего нет. Ну, здесь еще вот такой вот на замочке у нас какой-то кармашек. О-о. Вот такой он маленький. Ну, очевидно, для ремешка или для зарядочки USB. С карабинчиком. Карабинчик тоже фирменный. Пластиковый, но приятно. И... Кстати, мешочек наш сделан из такой армированной ткани, с сеточкой она идет. Очевидно, что не пропускает влагу, потому что структура такая у нее очень плотная, как у... наподобие как ткани, с которой делают зонтики. Ну, что-то похожее.
Это, я так понимаю, наша зарядка. Кстати, заметим, ребята, в комплекте не идет блока питания. То есть, очевидно, что заряжать нужно от другого источника, USB. Ну, очевидно, любого другого. То есть, это может быть ноутбук, может быть компьютер, может быть ваша даже зарядка от телефона мобильного, то есть ваш блочок. Вот. Ну, единственное, что идет вот такой вот кабель в комплекте. USB, micro-USB и стандартный USB. Ну, тут ничего особенного. Кстати, думал, качество будет хуже как-то. Ну, нет, друзья. Вот даже фирменная лейбочка есть. Провод мягкий, очень-очень такой на ощупь приятный. Легко гнется, не жесткий. То есть, я думаю, лопаться, трескаться, там это не про него. Хотя, вот качество, мне как на первый взгляд, хлипкое какое-то. Но зато брендовое. То есть, я думаю, ну, провод качественный. Давайте глянем на инструкции. Вот такой вот у нас Sunray Yodo 3. Ну, вот такая вот у нас инструкция. Думаю, будет видно вам. Здесь все на английском. А нет. Ну, понятно, английский, китайский, да. Есть русский, кстати, что очень радует, друзья. Вот. То есть русский язык присутствует. Также немецкий, французский, английский и китайский. Ну, вот такая вот. Кому интересно, смотрим, на паузу нажимаем. Я думаю, не бликает она. Потому как такой вот глянец тут наблюдается. Вес, друзья, у него 94,7 грамма. Вот, я думаю, мы это еще проверим. Так как китайцы любят написать что-то приблизительно похожее на реальность. Вот, ну, в принципе, что у нас тут пишет. Ну, как утверждает инструкция, друзья, при дальность максимальная 120 метров и время свечения 5 часов. Ну, тем не менее, показания относительно точные. То есть мы еще это все дело проверим, на него сделаем отдельный обзорчик. Вот, ну а в целом девайс довольно-таки, я вам скажу, увесистый и хороший. Ну, корпус выполнен так очень даже приятно. Внушает сразу такое доверие, вот, да, что не разобьется, не, где-то не поломается, как при падении, например, да. Ну что ж, я очень-очень доволен пока что. Так, еще какая-то маленькая бумажка, вкладыш. Ага, это, очевидно, друзья, гарантия. Китайская гарантия. На фонарик Sunray. Но так как описывает инструкция, здесь гарантия у нас 2 года. То есть вещь фирменная, брендовая. Я думаю, стоит брать. Ну что ж, друзья, с нами был на распаковке вот такой фонарик Sunray. Дальше смотрите обзор, ставьте лайки, подписываемся на канал. Ну и до новых встреч. Пока.